25-летие отмечает Щелково Агрохим, один из лидеров российского агрохимического и семенного рынка. Руководство и сотрудников компании, входящую в список системообразующих предприятий страны, с юбилеем поздравил глава округа Андрей Булгаков. Руководитель муниципалитета поблагодарил генерального директора акционерного общества «Щелково Агрохим», доктора химических наук, академика Российской академии наук Салиса Каракотова и передал сразу несколько наград от губернатора региона, в числе которых знак за заслуги перед Московской областью третьей степени. Вручил поздравительный адрес от руководителя региона и благодарственное письмо правительства Подмосковья. За многолетний труд поблагодарил сотрудников «Щелково Агрохим», которые долгие годы трудятся на благо развития отрасли и вносят свой вклад в развитие «Щелково». Вручил работникам благодарственные письма. Это предприятие номер один. Большая гордость для Щелково. Уникальное предприятие. Вы все крутые. За 3 года то, что мы сделали вместе, то, что как бы Щелково стало городом номер один, это опять же заслуга, то, что есть предприятие, на которое равняется, в том числе и власть. И благодаря вот этому, вот этой синергии мы сделали то, что о Щелково Агрохим и о Щелково городе говорят не только в Московской области, а в разных территориях.